Сегодня 170 километров, район Святого озера, Жуковский район. В июне традиционно проходит съезд радиолюбителей. С разных областей и краев нашей страны съезжаются люди. Место хорошее, тут КСП обычно проходит. Ну, КСП в августе, а в июне съезд радиолюбителей происходит. Костры, палатки, люди отдыхают и проблемы решают свои любительские. Вот, группа РЗРТ, Р3РТ. Конечно, не КСП, народу меньше, здесь профессиональный любительский съезд в том же месте. Р3 и ЦХИЛ компания. Традиционное место КСП. Привычная летняя красота, пляж с подводными ключами, десна, деревья, кусты. Спуск к пляжу, к речке хороший, тишина, птиц, только комаров много. Люди приезжают, уезжают. И Брянская область, и другие области есть. УА3GG Family. Брянский мясокомбинат. Клуб «Пятый океан». Вот тут КСП проходит, амфитеатр всем известный. Военно-спортивный клуб «Патриот» десантного профиля здесь есть. Вот такой съезд профессиональных радиолюбителей.